И это только репетиция. Именно так шумно и весело дружный коллектив Южно-Казахстанского областного русского драматического театра готовится встретить лауреатов 12-го международного фестиваля русских драматических театров «Соотечественники». Сегодня наш коллектив встречает другую часть нашего коллектива, которые были в Саранске на 12-м международном театральном фестивале «Соотечественники». Выступили они там с успехом, их очень хорошо принимали зрители. Мы рады за наших коллег, которые там с успехом выступили, и с радостью ждем их, встречаем здесь в аэропорту. Международный фестиваль собрал в столице Мордовии актеров из России, Дании, Израиля, Беларуси. Высокую награду труппа нашего театра получила за один из лучших спектаклей «Панночка». Его поставил российский режиссер Белинский по пьесе «Садур», написанной по мотивам мистической пьесы Гоголя «Ви». Особенно высоко критики оценили актерскую работу Анатолия Петриченко за роль Хамы Брута и Олеси Жуковой. Она играла Хвиську. И Василиска наступите, и поберешь льва и змея. Томительное ожидание в шумкентском аэропорту длится недолго. Актеры тонут в овациях. Лауреатов международного фестиваля встречают громкими криками, цветами и теплыми объятиями. По словам художественного руководителя Игоря Вербицкого, выступать на чужой сцене было нелегко, но профессиональный коллектив с этим великолепно справился. Мы оставили неизгладимое впечатление в Саранске. Они нас ждут на гастроли. И сказали, что из всего, что они просмотрели, это было лучшее в конкурсной программе. И мы когда уходили из театра, прям от гардероба до директора, прям говорят, давайте, приезжайте, вы очень хороший театр, мы вас будем ждать. Всего за 12 лет существования Международного фестиваля русских драматических театров в Саранске свои лучшие постановки в культурном событии представили более 60 коллективов России и стран ближнего зарубежья. Наша страна в этом году была представлена единственной труппой Южно-Казахстанского областного русского драматического театра.